Добрый день, с вами Инна из солнечного города Мерсин. Обратите внимание, у нас уже тепло, мы уже ходим в пиджачках, и всем добро пожаловать к нам. Сегодня буду показывать вам квартиру 2 плюс 1 с очень хорошей квадратурой в районе ТЖ, недалеко от моря, примерно 400-450 метров до моря с песчаным пляжем. Сите у нас состоит из одного блока, 15 этажей, на этаже 4 квартиры, имеется 2 лифта. Что касаемо территории, вот такой вот большой бассейн взрослый, детский, беседки имеются и также есть зона барбекю. Пойдемте посмотрим квартиру. Итак, мы с вами в квартире, входная дверь железная, нас с вами встречает прихожая 4,5 квадратных метров. Обратите внимание, что вся квартира выложена ламинатом. С левой стороны от меня вот такой вот встроенный шкаф в висте, большой, высокий, до потолка, с полочками и с отделением для верхней одежды. Хороший вместительный четырехдверный шкаф. Начнем мы с вами просмотр квартиры слева направо. С прихожей мы с вами переходим в коридор. Коридор 4 квадратных метра. И первое помещение, что нас встречает, это общий санузел. Общий санузел, квадратура 4,5 квадратных метра. Душевая кабина, мойка, унитаз, шкафчик под мойкой, есть декоративные полочки и также имеется полотенцесушитель. Переходим с вами далее. В конце коридора, получается, находится спальня родительская. Обратите внимание, какая она большая, просторная, 14 квадратных метров. В спальне имеется свой санузел родительский, 2,5 квадратных метра. Там также установили душевую кабину, унитаз и мойка. В спальне пол, как я и говорила, ламинат. Здесь полы менять, скорее всего, нужно будет после предыдущих хозяев. Ну и в целом квартире требуется ремонт. Имеется радиатор и имеется также выход на балкон технический на южную сторону. Мы с вами вышли на балкон. Балкон Г-образной формы, 4 квадратных метра. Этот балкон у нас технический. То есть здесь у нас имеются все выводы под газовый котел, кабели для блоков от кондиционера, и также вот здесь подразумевается, что будет стоять стиральная машинка. Пойдемте далее. Далее мы с вами переходим в детскую комнату. Детская комната тоже просторная, 12 квадратных метров. Также на полу ламинат, имеется радиатор отопления. И имеется выход на большой основной балкон на южную сторону. Но этот балкон мы с вами посмотрим сонра. Потом. Мы с вами вернулись в прихожую и переходим с вами в зону гостиная, совмещенная с кухней. Посмотрите, какая здесь хорошая вместительная кухня. Кухня выполнена П-образной формы, каменная столешница, встроенная мойка, вот такой вот островок своеобразный, тоже очень интересно выполнен. Далее имеются все ниши под технику и с наружной стороны островка вот такой вот небольшой, но вместительный столик, так скажем. С зоны кухни мы с вами переходим в зону гостиной. Квадратура гостиной кухни составила 20,5 квадратных метров. Здесь имеется французский балкончик на южную сторону. И также имеется выход на основной большой балкон на западную сторону. Пойдемте посмотрим с вами. Итак, последнее у нас помещение – это балкон. Балкон у нас большой, 11 квадратных метров. На полу плитка. Она такая большая, вместительная, квадратной формы. Здесь вы спокойно можете расположить и качелю, и плетеную мебель,
И, в принципе, целый год вы будете жить на этом балконе, я вас уверяю. Ну что ж, на этом обзор данной квартиры у меня закончен. Давайте чуть-чуть подведем с вами итоги. Возраст здания 4 года, 1 блок. Квартира находится на третьем этаже. Квартира 2+1. Здесь жили хозяева, то есть квартира не нулячая, а после хозяев. Естественно, за счет этого здесь косметический ремонт требуется. Я бы здесь, конечно, ламинат чуть-чуть там в основном в гостиной я бы ламинат, конечно, заменила и сделала бы косметический ремонт, то есть побелку. Дом у нас без искана. Хочу отметить, что дом без искана, но тем не менее в доме газ активный, свет, вода, все есть, люди полностью живут, уже 4-й год, и дом полностью активный. Так что не нужно этого тоже бояться. Ну что ж, на этом у меня все. Всем спасибо. Не забывайте ставить нам лайки, подписывайтесь на мой канал, тем самым вы меня поддерживаете. На этом у меня все. Спасибо вам большое. Всем всего хорошего. Ждем вас всех в Мерсине.